Всем привет, с вами Александр Андреевич Кузьмин. К сожалению, не могу часто записывать ролики, некогда пока что. В очереди, я думаю, вы все помните видео про театр и мое поступление туда, и, соответственно, видео про прогулку с подписчицей. Все это будет, но позже. Потому что дико устаю. Яндекс, архитектура, Достависта, театр и так далее. Внеочередное, можно сказать, видео. Экстренное включение, как обычно. Только на этот раз не про девушку беременную, но тоже про достаточно интересное событие, которое произошло у меня в жизни. Соответственно, ну, кто меня давно смотрит, тот знает, что я люблю танцульки, там победный танец, все такое, вот, особенно там танцы на этом диване. Но и в то же время вы понимаете, что я в некоторых случаях человек стеснительный, застенчивый, волнительный, достаточно подвижная психика. Но тем не менее, это мне вчера, как ни странно, абсолютно не помешало. Блядь, несколько часов к ряду вытанцовывать в таком самом ярком месте на танцполе. Фух, но я постепенно в это дело включался, не все так вот сразу же, что хренак, и сразу же я король танцпола. В общем, постепенно об этом расскажу. Соответственно, в честь завершения лета 2024 года, можно так сказать, стенография. Ну, как это назвать? Фестиваль уличного искусства международный, который проходит с 2010 года в Екатеринбурге. Фестиваль, на котором я волонтерствую. Значит, совместно с Технорумом, соответственно, диджеями, ну и еще какими-то движениями клубными организовал техно-рейв у нас в Екатеринбурге на территории огромного здания бывшего хлебозавода номер 6. Соответственно, в Москве, если я не ошибаюсь, тоже был хлебозавод под этим же номером. Там сейчас жилой комплекс Пресня-Сити находится. Кстати, основное здание хлебозавода сохранено, можете загуглить. Хотя нет, я смонтирую, пожалуй. Все-таки в этом видео придется вставлять материалы срыва. Без монтажа никак. Все это вставлю. Может быть, там не 6-й номер был. Ну, наплевать, короче, там сейчас классный ЖК Пресня-Сити и сохранено одно из главных зданий этого хлебозавода. Соответственно, ну поехали так вот. Включаю сразу же план этой вечериночки, этого здания, где и что было. Вкратце, 9 часов вечера, начало, подхожу. Ну, очередь достаточно большая, немножко поздновато они стартанули. Почему очередь? Там же, во-первых, проверка билетов, все это не бесплатно было далеко, и шмон там. По поводу шмона, я же в основном хожу с спиртовым баллончиком, в общем-то, не просто так, и вам советую тоже. Я надеялся, конечно, что будет на этой вечериночке, тусовочке большое количество знакомых мне волонтеров, с которыми мы можем вместе затусить. Но, к сожалению, это очень странно, там в основном был народ не со стенографией, а там приглашенный, грубо говоря, пришедший извне. Соответственно, ну, пришлось вывозить все с помощью собственных ресурсов, самому для себя устраивать праздник.
В этой очереди я встретил там некоторое количество волонтеров знакомых, там ручки пожали, там пошутили и так далее. Но они не участвовали в самой тусовке, потому что тоже там волонтерили, в общем, помогали при входе. Причем до самого упора, как я понимаю, а тусовочка была, ну, с 9, как я уже сказал, до 6 аж утра, с 9 ночи до 6 утра. То есть не позавидуешь их труду, ну, к тому же волонтерскому, то есть неоплачиваемому, как я понял. Значит, прошли мы эту очередь великолепнейшую. Ну, она хоть длинная была, но недолго все это на самом деле, ну, минут 15 максимум было. Шмон, здравствуйте, все, охранник доброжелательный, там их дохрена, кстати, ЧОП, СОБР, там, СБУ и так далее. В общем, с пониманием отнес, взял себе же в кармашек, если что, меня зови, давай хорошие тебе тусовки, а я говорю, а вам хорошая охрана, чтобы не было никаких случаев нехороших, все-таки, сами понимаете, алкоголь, потом террористическая угроза и так далее. В общем, ну ладно. Здание, понятное дело, что оно, не сказать, что прямо создано исключительно было для деятельности вот этого вот техноклуба, ну, и немножечко оно уже полуразрушено, потому что завод-то под снос идет. По всей видимости, там новый ЖК тоже будет выстроен. И, блин, вот я вот заметил, что вот я стою, там высоченные потолки, естественно, там 8 метров, и на меня периодически от этих вибраций, блин, подмышки, лишний раз лучше не светить там. Извиняюсь. Так, чем бы это... Короче говоря, от вибрации там, от вибрации такой доска держаться перестала, как говорится. Ну, в общем, сыпалась на меня какая-то хренота. Ну, понятное дело, что от акустики вот эти вот вибрации, они лишний раз всякие припориночки вызывают. Это тоже вот я боялся, что будет совсем звездец, все-таки у меня хронический ринит и так далее. Ну, пыли, в общем-то, я бы не сказал, что было прям супер много, нормально, не кашлял толком-то и не чихал после этого, но вот про уши позже. Ой, так, еще раз, план я, так понимаю, на монтаже вложил, там вот этот вот охрана, не охрана, прошел такой большой коридор, или может это анфиладой, наверное, назвать, с прострелом. Такую условную коридорного типа комнату. Первое, куда я пошел, значит, сразу же по поводу баров. Там нельзя по закону на мероприятии таком общественном бухать было и, соответственно, проносить с собой алкоголь. Ну, пьяных было до хрена, как я понял, по причине того, что до этой вечериночки при пати было, при пати в баре. Как раз таки, то есть до тусовки уже, ну, там, выпил народ. Ну, и еще дополнительно, как нам рассказали, было кодовое слово, что ли, или фраза, которую на входе называешь, и тебе тоже бухлишко каким-то образом, там, огульными путями ты проходишь и наливают в баре. А так все бары, даже вот на плане то, что есть, они безалкогольные. Ну и платные, там не входят в стоимость, в общем-то. Ну, мне какой смысл вообще от безалкогольных этих коктейлей? Там еще кофе было, кофе на ночь, нафиг нам это надо, да мы и без кофе все сможем. Соответственно, прошел я вот в этот вот на дальний танцпол. И вот пока что еще такое вот состояние, ну, все-таки более-менее сразу же взрывать танцпол стесняюсь. Как бы несмотря на то, что люблю танцульки, но стесняет. Зашел, атмосфера, блин, классная, мне понравилось. Там, понятное дело, что все эти в голове мои туманные маны, эти лазеры, хренлазеры, там диджейчики, танцпол, ну, как вы видите, по плану 2. Там диджей-сеты отыгрываются там в среднем по полтора часа, потом диджеи сменяются, там бывает сразу же несколько диджеев и диджеек, кстати. Дальний рум танцевал.
танцевальный. Кстати, такое ощущение, что там были люди, которые как раз таки особо танцевать не любят или не умеют, не хотят. Там в основном более спокойная была атмосфера в плане танцев. Я вот вначале так вот стоял, минут 15 так присматривался, ну, немножечко уже потряхивало меня, то есть тело в пляс все-таки рвалось. Ну, как бы все равно, сами понимаете, более-менее стесняемся так. Но потом уже через 15-20 минут там как бы начался взрыв танцпола со стороны диджея, там музыка вообще такая пошла раскачивающая. Ну там, все, говорю, там техно. Прям там такой техно-басист и пошел, а я, ну как бы, без басов жить-то не могу все-таки. Ой, ну и все, и пошел-поехал. А тут уже началось. Как бы далеко не все танцевали, говорю, особенно вот в этом руме. И помню, и слева, и справа от меня там были углы, там жались ребята, которые, ну, просто смотрели. А я вот перед ними, за ними, под ними в них танцевал. И периодически вот эта вот хренота какая-то там от басов сыпалась там. Ну, нормально, ничего. Не так много, не так часто. Более-менее понравилась вот эта вот часть. Но что-то потом, под конец, хватило меня, короче говоря, там вот минуток на 50. Что-то толком никто не танцует, какие-то странные композиции. Я думаю, надо-ка валить отсюда. Либо вообще навсегда, в принципе, до свидания, до свидания. Потому что все-таки что-то там не ритмичная, не динамичная композиция, тем более пошла и достаточно долго, потому что сменился диджей. Там они, ну, вдвоем плясали, танцевали на этом сете. Думаю, что-то нет, какая-то вообще пошла ботва, что под это никаких танцулек быть не может. Но там реально не ритмично. Ну, вообще, ладно, кажется. Ну, все. Ну, как-то вот периодически буду вставки делать. Пошел, и, в общем-то, я не ошибся, что слинял оттуда, свалил. Даже, мне кажется, что-то потерянное более-менее время было в этом руме, потому что там гораздо интереснее вот на танцполе, можно сказать, основном. Ну, это, конечно, все не основное, они равносильные были. Там мне гораздо больше понравился. Вот там, получается, я понял, что то, куда я пришел, на что я и пришел, мне вот это и нужно было. Бля, там, во-первых, дизайн такой прекрасный, ну, как-то поинтереснее даже, может быть. И музыка совсем вот другая. Техно вот эта вот музыка более ритмичная. И вот тут как раз-таки точно вот уже 100% тело пошло в пляс само. То есть, несмотря на то, что там было дохренища просто народу, дохренища, они в основном танцевали, в отличие от той комнаты, из которой я вышел, из того танцпола. Вот тут вот я уже чувствую, что тут пора. Тут, блядь, пора просто вот. Стеснительный, не стеснительный, но нужно, важно просто. Ну, хочется прям. И вот как-то вот все отключилось, мозги отключились, стеснение, как-то вот спокойно, сразу же хренак. Такое видное место достаточно. Центр, ну не самый центр, потому что самый центр там вот именно как раз таки не геометрический был, а вот со стороны ближе всего к диджеям, прямо вот вплотную. Это, скорее, центр был передом, и желательно еще прямо у колонок, то есть либо прямо перед диджеями ты стоишь вплотную, либо еще там, грубо говоря, если смотреть на диджеев, левее у колонок. Но впоследствии я чувствую, что мне надо центральненький, что там все-таки какая-то такая точка, хочется поближе все-таки к колонкам, к диджеям. Атмосфера и так уже накалена до предела, но нужно еще дальше врываться. Так потихонечку, там все-таки народ. Тыр-тыр-тыр-тыр. В общем, минут через 10-15 я таким странным образом очутился вот прямо в начале на втором ряду, там, как бы, грубо говоря, рядом с диджеями, а потом вообще на первом ряду. Но, к сожалению, ну, условно мы это рядом называем, ну, говорю, прямо перед колонкой. Вот просто это охрененно было, это плюс, безусловно, что ты прямо перед этой акустикой находишься, и тут же ты смотришь на диджея, слева на тебя все пялятся, там, кстати, слева, мне наплевать, я на них не смотрел, но там пялился народ на нас.
Там были такие вот пуфики, не пуфики, груши, не груши, так называемые, ну, на которых мягкие вот эти вот сидел народ, тоже смотрел на нас. В общем, это было такое жогово, классное, в таком состоянии прекрасно находился. С одной стороны, в спокойном состоянии абсолютно, то есть вот и на лице спокойствие и так далее. Но, в общем, с другой стороны, драйв такой бесконечный. Я на этом драйве продержался несколько часов, где-то в районе 3 часов. Ну, единственное, я говорю, это очень громко, конечно, для ушей. Понятно, что вредно. И вот у меня до сих пор там как бы вата, что ли, заложила они в какой-то степени, что, ну, хреновато, короче, слышу, потому что, ну, все-таки проплясал. В общей сложности я там мог быть спокойно и до самого утра, до упора, я нифига не устал, но там уже несколько ситуаций, где у меня и так проблемы большие со сном, вся лишний раз мучить я, понятное дело, не стал. Тут гораздо лучше, когда отец меня бы спокойно довез, он как раз с работы в это время двигался. И, в общем, где-то до пол первого ночи, в итоге с 9 до пол первого мы там протусили. Там все так сошло, можно еще и было и дольше, он и так меня ждал, там, ну, 30-40. Можно было ему написать, что ладно, пофиг, сам доеду. Дело-то не в этом. Там так все тоже совпало, что чувствую, что что-то толкаться начали. Ну, короче, видимо, все-таки то ли они поприезжали извне тоже, из баров там, из клубов бухие, то ли по кодовому слову, по кодовой фразе там набрали бухла. Ну, что мне вот, короче, атмосфера перестала нравиться. И вообще толпа набилась, и все танцуют. В общем, хренота полная сейчас. Ну, спочешу, как мы любим. Соответственно, по поводу девочек. Вы же сами понимаете, что все-таки лето прошло, а цели так и не достигнуты. То есть я до сих пор нахожусь всю жизнь, мне уже больше 20 лет, 20 с лишним лет, я все еще нахожусь без взаимной любви. У меня так вот лето прошло, я так и не смог даже за это лето встретить, ну, взаимную любовь, отношения и так далее. К сожалению, ну, с подходящей, так сказать, девушкой, и при этом, чтобы я ей тоже понравился. Ну, вы сами понимаете, там все прекрасно. Фух, ну, соответственно, по девочкам, что там было по девочкам? Ну, еще раз, девчонки, которых я знаю, волонтерки тоже на стенографии, там их, в общем-то, практически не встречалось. Только две девчонки я встретил. Ну и то там они не танцевали, одна вроде танцевала, но там совсем в другом месте, вот как раз таки в том зале, где меня, ну, не особо зашло, где меня почти не было. Соответственно, то есть я надеялся все-таки, что буду танцевать прям с кем-то, это как-то поинтереснее даже, так это можно даже там что-нибудь такое, ну, более-менее романтическое, любовное устроить, но раз уж знакомых не оказалось, ну пофиг, ладно. Потенциал, ну, периодически там появлялись, втискивались незнакомые девочки, достаточно красивые. Ну, понятное дело, что раз уж я рядом нахожусь, что мы как бы вместе, но не вместе, на самом деле. Вместе, но еще раз, не вместе, потому что мы не знакомы. Там прям вообще были бомбы, там были бомбы наряженные, вот все вот эти вот чуть ли не БДС-темы. Да. Ну ладно, я пришел вообще танцевать и как бы наслаждаться этим. Ну и сполна, в общем-то, насладился и кайфанул. Периодически, конечно, я такие события посещать буду, но все-таки для ушей это, мягко скажем, небезопасно, не полезно. Ну, соответственно, вроде все основное вам рассказал, там эти вставки, приставки. Покажу, расскажу, все. Вот так вот прошел. Ну, лето достаточно плодотворным было, с одной стороны, да, но еще главная цель не достигнута. То есть Королева все еще перевернута из-за этого. Плодотворным, с одной стороны, с другой стороны, еще раз. Так, ну, в общем, соответственно, с вами был Александр Андреевич Кузьмин. Всем спасибо за просмотр. Ну, надеемся, что на следующих мероприятиях я уже буду там не один отплясывать, а оттанцовывать.
имеется в виду, а кого-нибудь с собой удастся прихватить, или меня кто-нибудь прихватит. Ну, понятное дело, что какая-то красивая девушка, что наконец-то уже не придется никого искать в этом плане. Ну и все, и мы там устроим развратные танцы, извиняюсь. Ну все, давайте, goodbye, Америка.